Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Kingdom Come Deliverance. И я между записями решил поучиться ведению боя. А также изменил кое-какое изменение в геймплее в самой игры. А конкретно я мог сохраняться где угодно, когда угодно и сколько угодно. Короче говоря, бесконечные сохранения. Конечно, задумка авторов, разработчиков хорошая, но она до ума не доведена. Так сказать, начало есть, а конца что-то не придумали. Так, ладно. Сейчас нужно кое-что провернуть в первую очередь. А конкретно нам нужно пройти обучение на защите. Мастер 15 уровня. Wow. Так, давайте сначала просто учебным оружием повоюем. I'd like to train him. Right. What? I still do. Повоюем немножко на мечах. Нормуль. Так, ну нам нужно 12 левел получить. Вот как он так делает, а? Да, он сложно воюет. Я не знаю. Его ударят очень-очень сложно. Это очень сложный противник. Он прямо посередине начинает атаковать. Так, ладно, окей. Идем дальше. Нам нужно 12 левел получить. Ну, хотя бы 11. Ну? Вот как он так быстро успевает? Yeah.
Он сразу берет и в наступление идет. Ладно, подождем. Там нужно как-то атаковать еще. Напоследок еще. Так, защиту получим. Ну-ка, и когда мы его повысим? Следующий уровень возьмем. Так, просто ждем, просто ждем. О, еще раз ждем. Блин, он очень-очень быстро это делает. Ну давай, атакуй. Че, нормуль вышло? Я, блин, тупо не успеваю это делать. Как он так делает? А еще один удар почему не сделал? Так, просто продолжаем, блин, контратаковать. Вот как он так делает, а? Я вроде успеваю нажимать, а он это все равно и такую атаку редко проделываю. Вот почему ты еще раз не успел? Ладно, еще раз. Просто ждем сейчас, просто ждем. Оп, нормуль получился, нормуль. Еще получилось.
Просто щелка там да, у нас не получается. Нужно конкретно в конкретный момент нажать. Ну давай, ударяй уже. Да, это сложно. Так, восстановись. Ну, давай, нападай. У него навыков больше. А, нормуль вообще получился вообще хорошо. Вот как он так быстро успевает в контратаку уйти? А, получил, да? Как так получилось? Ничего себе. Между этими. Ну? Так, давай посмотрим. Давай посмотрим, как у нас там успехи. Вот с этим у нас. Кстати, украшенный дуплет нужно починить, забыли. Так, сюда. А почти завершили, почти ужасно. Маленечко остался. Там навык будет полезный, который нам позволит броню тут легче сделать. Маленько остался, вообще маленечко. Вообще маленечко остался. Fuck!
Все, получили то, что хотели. Так, ну вот, это у нас получается, что у нас? Сейчас у нас вес 90. После этого мы бы я ставлю правильное ношение. На треть меньше, чем он весит. Все, учим. И он становится... У нас становится 67. Это на 23 кг снижается, получается. Так, есть еще бой с мечом. Можно вылечить. Так, вот он, последняя комбинация. Сейчас запишем. Это чтоб я вот и, блин, так все комбинации не запоминаю. Так, 5, 2, 3. А, нет, 4, 4, 4, ошибся. 3 это вот это вот. Пять, два, четыре, два. Это у нас что? Это мощный при правильном выполнении. Это очень мощная связка. Так, после нескольких ударов с неожиданных сторон уклонитесь от клинка оппонента и, завернув коротким поворотом свой клинок за его, нанесите рубящий удар в незащищенное лицо. То есть после трех мы должны получить, он должен на нас еще вот немного, и после этого мы должны сюда еще раз. Так, учим. Остальные только короткие остались. Так, и введение боя. Так, ну яростный, наверное. А, нет, в схватке против нескольких противников. Ваша сила, ловкость, введение боя, защита. Вот это вот важнее будет как-то. Так, ну тут все, 15, 12, 12. Здесь ничего. Живучесть, пока я не знаю, что вы выбираете. Так, что у нас там по доспехам? Ну, чинить надо. Давай, короче, свернусь. Кстати, будет сохраняться, бы теперь можно хоть сколько. Решили ему эту проблему. Ну, блин, я понимаю, что как, что разрабы хотели как лучше. Что разрабы хотели, чтобы... Я... как бы типа реализм историчности. Но вся эта историчность и реализм, я думаю, что она не будет работать, кстати, потому что я уже с этой историчностью и реализмом переигрывал кое-какие моменты. Например, мы до мельницы бегали сколько раз. Ау, чё подвисаешь-то? Короче говоря, если они эту
Идею с сохранениями они, конечно, ее взяли. Но до конца не довести не довели. Так, ладно. Так, не нам нужен этот броневик. Hey, Henry's come to see us. I'm at your service, sir knight. Ремонт нужен. А конкретно ремонт вот доспехов тупо. Только доспехов и. 102. Торгуемся. Let's talk about the price. Hmm. All right, so. Раз, два, три. Aye, that would do it. Так, ладно. Починить-то мы починили. Теперь давайте займемся делами. Так, ну давайте сначала мы лошадь что-то возьмем. Это давайте в первую очередь сделаем. Так, дальше. А дальше давайте... Мы можем или вернуться к пану Рацигу, или... Не-не-не. Не будем мы броню сейчас это. И вообще, давайте просто начнем. Отправляемся в Мрхоеды и... И начнем. Штурм. Не обращай внимания. Это, скорее всего, одни и те же. Ночью мы, наверное, наступим, да? Да, далековато ехать. Труп на дороге, это можно остановиться. А, тот самый труп, который мы уже видели. А нет, это, блин, это олень. Ну это то же самое, это то же самое это. Мы здесь были вроде. Та же самая речка, тот же самый мост, переход, кажется. Так, продолжаем двигаться. Нам и покушать, правда? Покушать нужно.
Сможешь тормознуть, а? Не хочешь, не сможешь. Блин, разрабов... А, не, это крестик мой. Я хотел к девке подойти, а там она в любом случае уже спит. А куры не мокнут, а, кстати. Ну, поехали. Уж тут уже тоже ночи. Все спят. Слушай, а в этом... Ну, давай зайдем немножечко назад и... Хотя, не, можно и отсюда, наверное, зайти. Отсюда можно? Да, наверное. Дом уже один и тот же. Так, не один и тот же. Так, ну дом вот он. А ладно, потом разберемся. Где-нибудь в другом месте покушаем. Можно, наверное, у этих посмотреть, спросить. Что-нибудь будет пожевать. У них, наверное, то, это же лагерь типа. Должно быть что-нибудь съедобное. Все уже спят, что ли, да? Ну а да, чем еще делать? Так, все, жди здесь. Я вот что-то не про крапиву хотел спросить. Так, это вскрывается и сложно. Стражники. Блин, а вот поесть здесь котелка. Нашли. Еще давай до конца покушаем. Сколько? Сыто 100. Так, ну окей. Кобыла на вот здесь находится. Да, вот он. Чё, и меня вернулся. I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? Там засели половцы. There aren't just bandits in the camp. There are humans too, quite a few of them. Humans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised scouts?
is it looking more and more serious. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. But I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Их там много. There's a lot of them. I couldn't even count them all. Christ. We'll have to gather armed forces from the whole region to defeat them. Even if it means leaving towns and villages unprotected. Every able-bodied man will have to come with us. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them. But underestimating the enemy can be fatal. There's an overgrown ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribislavitz. It used to belong to Sir Divish before Havel Medic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? Я ни одного не заметил. Они заняли выгодные позиции. Это я не знаю. I don't know, sir. Well, that's a great pity. Not knowing could cost us dear. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? Ну я стрелы их уничтожил. Managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's just what we need. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Tarnberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell Sir Robard to bring all his men, leaving only a minimum guard at the castle. And to send a message to Sir Hanush to send his men too. I'll leave our camp almost empty as well. We'll need every man we can muster. All right, I'll get going. And be quick. There's no time to spare. I'll be with you. Ну как-то так. Проникни в лагерь за разбойников выполнено. Теперь нам нужно отправиться по делам весточки отправлять. Так, ну ладно. Давай посмотрим, куда нам, что нам нужно, ну, что нам нужно дальше делать. А нам нужно. А нам нужно. Это мы сделали, это мы сделали. Попроси пана Дивиши и Стамбельгара прислать подкрепление. Это нам нужно сюда ехать. Я думаю, мы этой ночью уже нападем.
Так, ну ладно. Поехали. Скажем этому, что мы... Что так-то, тогда так-то. Опять все места заняты, да? Так, оно наверху, наверное, будет. Это писец. Писец нас не интересует. Так, ты меня интересуешь. God bless you. What troubles you? Sir Radzik sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribislavitz. They're preparing for something. Sir Radzik wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning, what happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzik wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzik is right. We should do something too late. I'll send my soul. What? We can't leave Talmberg unguarded. We've no choice, sir. The bandits have an awful lot of men. Sir Radzik is leaving his camp almost empty as well. He even said you should send word to Sir Hamish to send his men too. We need every man we can muster. All right then. Sir Radzik knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robart in command. Would you leave my men there right now? Damn. Got... Yes, sir. May God be with you in battle. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp, so I can decide which side to lead the attack from. С той, что есть со стороны лагеря, маленького лагеря, есть проход. You've been there and seen everything, so speak up. There are three ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day.
Задание началось, крещение огнем. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Все, пошли. Еще, пожалуйста, не вот сейчас ты делаешь, ты так делаешь-то, а вообще. Все, просто зато заходим и разбираем их. Чё ты бибись, дружок? Вот что тут такое-то, а? Через 2 FPS в минуту тут. Вот что это тут такое-то? Почему мне тут все это, блин? Я поднять не могу, что происходит. Все, дальше побежали. Я почему вис тут, а? Короче, это какая-то фигня какая-то сейчас получается. Все, побежали. Главное, нам нужно как можно больше этих собрать. Еще одного снял, наконец все отвисло. Следующего. Еще одного сняли.
Опять начинает FPS тут. Бедных этих. Так, добили. Давай, еще есть, быстро собираем. Они там уже бегут уже, почему? Я еще встаю-то. Сижу просто, я смотрю на картинку. Ты так бесишь-то. Так, еще парочка. Ну-ка. Что случилось-то? Заходим. Так, просто уж не нужно, сзади нападаем. Почему я, блин, уже это, я потом узнаю уже. Так, минус один. Еще один минус. Так, еще один минус. Я, блин, вообще не понимаю. Мне еще подвисает. Кто? Так, кто и где еще есть? Ну-ка, половцы, ну-ка. Что у вас дорогое есть?
самое-самое дорогое. Так, вот это вот возьму, вот это вот. $753 тяжелые доспехи. Еще 800. Много чего интересного взяли. Так, пробейтесь к церкви. Ладно, побежали. Это мы этот самый, там где я очень, блин, заходил, получается. Прошли, да? А мы еще здесь, я здесь вообще еще не был даже. Алло, дай уйти. О, ничего себе, мне как бы ранили сейчас, а? Так, еще один минус. Так, а они уже это штурмуют. Ворота быстро вот сюда вот. А, они это еще. Минус. Так, а вы этих не убиваете почему-то? Все, мы с этими разобрались. Кто это говорит-то?
Блин, я ничего не знаю. Я ничего не знаю, почему у меня видеоролик не вышел. Алло, загрузись, пожалуйста. У меня уже кровотечение. Ёб твою мать, уже. А чё мне так вы... Блин, я не знаю, как тогда. У меня очень мало здоровья. А мне что-то он просто берет, рубит. На, пошли. А с какого перепугу мне сейчас кровотечение появилось-то? Ну-ка, давай попробуем перезагрузить предыдущее сохранение попробуем. Так, ну здесь более-менее хотя бы. Так, ушли. Еще одну сняли. Сняли. Минус. Так, ну ладно, пока вы там доделываете, я тут пока. Ну? Давайте, самая дорогая нужна. Алло? О, 1100. Сейчас все как можно больше возьмем. Чего?
А, здравствуйте. Так, добивание. А, нормуль. Так, что у тебя есть, дорогое? Лук только. Так, ну и больше я уже взять не могу уже. Так, давайте сохраним. А, нет, сейчас сохраниться нельзя. Бежали дальше толпой. Мне первый, если чё. Так, ну давайте. Ушли, ушли. Опять зависли. Так, ушли, 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 ушли. Ничего себе. Так, добили. Так, там следующая партия уже бежит. Еще раз ушли. А, все, они ушли окончательно уже. Все, дошли в нормальном состоянии. Блин, вот иначе у нас просто видеоролик не прогрузился. Ну, теперь я вернулся в нормальном состоянии.
dare you. You don't remember me. I remember you, though. But where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What? Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Ну, теперь это будет сохранение. Сохранение будет. И... Я же паутина пчился уже. Все, поехали. Ждем. Вас не смущает то, что мне тут подвисло? И все? Просто, блин, да. Просто ударили раз-два и все. Ну, не до конца получается. Ты даже и близко тому вот учителю не идешь. I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? Taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. One of some of Sigismund's barbarians. Ну да, надо было скорее, я бы тоже бы вот его отправил бы тому, кто это умеет делать. Laos was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, you live to fight another day, eh?
That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. Decent Christians shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whore sons to pay for what they did to us. Можешь хорошо объяснить, а? We'll meet later in the upper castle in Ratte, and then decide what to do next. Come what may, you did a good job today. Хары виснуть уже. I will make you pay for this. Семь, 19, что 19, 11. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. Никто-то такой. ФПС с тобой тут так минуту 2-3 шел. Пан Гануш наградил тебя за верную службу твоей собственной комнатой в Пиркштейне. Иди в зал верхнего замка. А я сейчас где нахожусь? А я нахожусь сейчас здесь. На верхнем замке, в нижнем замке. Так, ну ладно, все, на этом закончим. Блин, что-то мне последние минуты, что-то вот и бойня, и последний видеоролик, что-то он очень сильно-сильно просел. Я не знаю, как это будет выглядеть, но он сильно-сильно. Один FPS на минут, наверное, минут 10 шел. Все, закончено сегодня. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.